Всем привет! В этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне Vivo Y53s. Первая игра PUBG Mobile. Запускаем PUBG на максимальных настройках для данной игры, для данного устройства. Средние настройки. Игра работает корректно, достаточно хорошо. В принципе, комфортно можем поиграть в PUBG Mobile на этом смартфоне на, в принципе, хорошем, комфортном, приемлемом уровне. Окей. Переходим к следующей игре. Так, запустился. Следующая игра, GTA San Andreas. Работает на максимальных настройках графики. Работает очень хорошо. Тут полный порядок. Отлично, закрываем, переходим к следующей игре. Третья игра Rail Racing. Отлично работает. Очень плавно. Эта игра работает лучше всего из всех. Вот PUBG Mobile работал на средних, GTA на максимальных. Вот и Rail Racing тоже на максимальных, но еще с очень-очень хорошей плавностью, с очень высоким FPS. Тут стабильно минимум 60 кадров. Хорошо работает. Закрываем. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите нас в видео. Пока!